Вот цветы. Вон там цветы. Цветы. Сильбершнайден. Короче, можете сами взять себе цветы. Какие вам надо. Правда, осталось очень мало, но есть цветы там дальше, сейчас посмотрим. И вот женщина там с тикатером. Вот поле. А вот и касса. Гладиолус. Штука 70 центов. Sonnenblumen. То есть вот он, подсолнух. 70 центов. Три штуки, 2 евро 10, 9 штук. Короче говоря, вот написано все. Вот телефон номер. И вот она касса. Не знаю, видно. Вот она касса. И вот тут вот написано. Короче. Люме halt dann ein Woche lang. Вот. Бросайте сюда мелочь. Что-то у меня... Вот, касса. Бросаем сюда мелочь. На вашу совесть. Вот тут вот можете собрать себе цветы. Женщина собирает, режет себе подсолнух, и он... Вон, видите? Короче говоря, какие цветы тут? Вот эти. Я цвета не разбираюсь, но... Есть такие вот. Вон там и желтые, вот такие вот есть. Правда, хорошие уже все повырывали. Вот открытое поле. Вон женщина еще подсолнух и себе. Вырывает. Вот такой букетик мы сорвали. Сейчас пойдем оплачивать. На кассу. Так, с одной рукой будет неудобно. Сейчас мелочь возьму и после паузы. А, вот еще нож тут висит. Правда один, но висит. Все. Оплатили. Идем дальше. Вот. Много есть видеороликов, но много раз вот проезжал, живу рядом, но не замечал это поле. Короче говоря, все на этом.